аудитория сейчас потребляет контент совершенно по-другому. То есть веб-сайты, они, в принципе, постепенно уходят в прошлое, и, наверное, лет через 5-6 ими мало кто будет пользоваться. Нужно стараться немножечко играть по правилам социальных сетей, использовать те форматы, которые на ходу, осваивать новые платформы. Чем больше информации студенты получат сейчас здесь, тем больше они смогут потом проанализировать в голове, сделать какие-то выводы, возможно, придумать новые форматы, придумать новые способы взаимодействия с аудиторией. Мир не стоит на месте, и те, кто разрабатывает фейки, тоже не стоят на месте, и преступники тоже не стоят на месте, и нам приходится совершенствоваться. А если студенты начнут совершенствоваться с самого начала своего журналистского пути, я не знаю, какими монстрами станут в конце, ну, скажем, в моем возрасте, да? Мы видим, что журналисты, даже с журналистским образованием, все равно могут постить какие-то фейки, просто не проверив эту информацию. Поэтому источники наши все, вот, только проверенные, только несколько источников, и тогда идем в печать. Нам очень важно бороться за качественную информацию. Если у людей будет качественная информация, они будут принимать качественные решения. Если мы будем делать наши решения, основываясь на фейках, на дезинформации, то, соответственно, мы будем поступать так, как выгодно тому, кто эту дезинформацию, собственно, создает.